do you think that's a lot for it? Взаимозависимости относится тот факт, что все живые существа имеют тенденцию вращаться в круговороте перерождений. То есть мы создаем карму для будущих рождений, и вследствие вот этих привычностей, или можно сказать, созревания этой кармы, после умирания создается тенденция к рождению нового тела. И мы вот так вот постоянно и переходим из одного тела в другое, и этот круговорот рождения не прекращается. Ini juni, apa juni? Karena mereka kerja nanti untuk kerja itu mereka korwa siapa lembah siapa kewa kasih sejuni tu beres. Jadi jadi kita ni lah. Ah, mas. Senang sangat ni. Главный источник, почему мы вращаемся в этой круговерте, потому что мы не знаем истинного положения, то есть иллюзорности существования, не ведаем. Мы постоянно находимся в дуальности, двойственности, и вследствие чего мы создаем карму и пожинаем плоды этой кармы. И главным вот источником является неведение, незнание, из которого дальше возникают вот кармические действия, которые ведут к последствиям и созревают в виде 12 частных цепей взаимозависимого возникновения. Начинается все неведение, потом кармические тенденции и так далее. Есть 12 звеньев этой цепи. Мы кусаем, чем больше мы кусаем, тем больше мы кусаем.